Эй, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить, короче, Ninja Shadow of Darkness. А чё так темно стало-то? Только что было нормально, стало как-то темновато. Это, я только что случайно что-то сделал. Ну, я сохранился, я как-то... А ну, смотри, 7-6 у меня бомбочек 6, а 7 у меня этих, опа. Как? Вот. Не понял сейчас. А чё у него второй этот? Смотри, светло? Светло. А чё темно стоит, становится? И тут белку можно убить, с неё что-то падает. 2500 упало. И, кстати, каждый раз разное. А чё у него суперудар-то поменялся? Не понял сейчас вообще. Привет. Чего у него суперудар-то поменялся? Чё так темно стало-то? Кто выключил свет? Сука, не попал. Может, думаю, еще? Во. А чё там так темно становится? Ах вы, суки! Так, Свайна-мая. Чё там с тебя упало? Ага. Ключик, хорошо. Ах ты, сука. Ах ты, сука. С ноги, ну, буду, с ноги буду бить. Чё-то упа... Хилочка, хорош. А чё у него, не понял, суперудар от чего зависит? То есть, были молнии. Сейчас у него какой-то уже... Волна какая-то разлетается. Чё за фигня? Почему у неё суперудар поменялся? Это от чего зависит? Так, ну туда я не пойду нахер. Привет! Да не трогайте меня. А хер ли вы с одного удара разлетаетесь? Монетка! Хорошо, белок можно убивать, оказывается, здесь. С них что-то падает. Привет. Вау. Вау! А это не вау. Нихера. Блин, кто это понаделывал, вот эту всю хуйню? Кто это все понаделывал, вот эти вот, блин, не секретки, короче, эти. Ой, зачем? Вы же тут живете, пацаны, для кого вы это все сделали? Для меня, что ли, чисто? Ну, спасибо. Прикалываешься. Хай-я! Хай-я! Блин, побольше бы хилок реально падало. Было бы классно. Игрушка была бы нормальная. Да иди ты нахер. Ну, хилки просто очень редко падают. Реально редко. Прям редчайшее событие здесь. Воу! Ты видал, что я сделал? Сальтухенск. Чё еще? Все? Хорош. Так, тут чего? Убиться-то нельзя, а то я знаю здесь этот гребаный платформинг, который... Да ты чё, блядь? Здесь гребаный платформинг, там, например, вот тут ты можешь спрыгнуть, а правее ты не можешь спрыгнуть, потому что там, извиняйте, нельзя. Почему? А хер того знает. Так, тут у нас куда-сюда? Поехали. И чё? А, тут можно ходить. Надеюсь, крабиков не будет. Блять. Вот попробуй тут пройти, а. Куда я пошел-то? Никого не... А вы чё тут бегаете? Ты чё, охуел, блять? А чё он достал, а я не достал? В чём проблема, блять? В чем дискриминация пошла? А? Почему он достал, я его не достал, хотя я первый ударил. Блять, попробуй вот на этой херне здесь пока...
Да пошло ты, блядь! Сука, иди нахер, блядь, чувак, блядь. Заебал. Своими приколами. На. 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 Противники здесь максимально тупо сделаны. Просто по максимуму. Так, хорошо, сохраняемся здесь, потому что, как всегда, здесь все криво. Ничего нового. А можно, кстати, выйти вот тут. Че это? Ты меня будешь бить? А че я тебя не трогаю? Хер ли ты ко мне лезешь? Я же вас не трогаю, суки! Вот жили бы себе нормально, и жили бы, а так вы сдохли. И че, зачем я вас убил? Блять! Сука, гребаный шипастик! Хе-хе-хе. Сука. Хотел меня подъебнуть. А то я не допрыгну, да? Нет. Хорошо. Давай его тут сохраним. Что-то птички на меня напали. У вас там даже в гнезде ни одного яйца не было. Хер ли вы на меня напали? Я же не пришел их жрать. Которых нет все равно. Уйди ты, блядь. Сука, ну, блядь, это тупо, ну, блядь, ногой не достал, а он рукой достал. Ну, это же весело, да? Блядь, этот платформинг еще этот гребаный, сука. А, спасибо, игрушка, ты вовремя как раз, молодец. Ну, почему бы, собственно, и нет, да? Почему бы, собственно, и не полагать, когда это нужно, ага. Да, блядь, пацаны, подождите, у меня игрушка лагает, не лезьте. Хрум-хрум, что-то захрюмал. Так, может, перелагает. Так, тут можно выйти и можно пойти дальше. Ну, скорее всего, мне нужно дальше. Ну я же, блядь, далеко, сука, уйди ты! Блядь! Ну, блядь, ну, дай, как же это, блядь, тупо, нах! Фу, блядь, я же был далеко, я ногой ударил, не попал, отбежал, он стоял на месте, при этом он удар сделал и попал. Ну и что ты, блядь, на это скажешь, блядь, что ты, блядь, на это, сука, скажешь? Нихуя ты, блядь, не скажешь на это, ничего, блядь. Потому что это кусок говна собачьего. Большого. Да, мне там в комментариях писали, потерпи, там 3 миссии осталось или 4. Но, блин, попробуй их выдержать, вот эту всю херню. Можешь по диагонали, блядь, это ебануть, чувак? Ты ж дебил, да? Привет. Да ладно, они хилки дают мне, ничего себе. Это новость. Блин, 2500, нахрена мне 2500? Лучше бы какую-то шмотку дали. Так, ну я так понимаю, мне вниз? Пока что. Хе-хе, блядь. Сука, как это тупо. Я же пробежал. Я же, блядь, пробежал нахер. В чем, блядь, проблема? Хер просышь, в чем проблема. Опять темно стало. Лять. Пилять. Подождите, пацаны. А чё лучники ко мне в упор подходят? У меня вопрос такой. Так. Ты прикалываешься сейчас или да, блядь? Иди нахер.
сучонок. Зачем лучники в упор подходят, если они с луком? Зачем вы подходите? Да, уйди ты, блядь. Вы же должны, типа, как бы издали стрелять, или я ошибаюсь? Да, блядь, нихуя тебе руки! Пиздец! Нифига у него руки длинные! Да не, чем у меня ноги, чё за, блядь, бред? Он рукой достает вообще на километр. Смотри! Просто жесть какая-то. Да хватит! А чё секретки где? Я ни одной секретки не нашел. Хотя ее тут хер заметишь, потому что здесь снег. Здесь ничего вообще не видно в этой секретке. Есть, нет секретки, я этого знаю. Тут, короче, нужен ключ. А, вот он, да? Ой, сорян. Это был меткий выстрел. Окей. А, стоп, ключ, а дальше-то куда? Чё там? Булава. Да, блядь, херня. Чё там, ключ? Еще серебряный ключ, а куда? Подожди. Так, стоп, а куда? Или я там на верхний выходил, да? А, вот, блядь, двери, привет. Двери, привет. Так, вниз спрыгать нельзя, потому что чуть выше, чем сантиметр, это будет все плохо. Ты чё тут прыгаешь? Слышь? Дебилуша. Да возьми ты эту херню уже. Так, я так понимаю, мне не сюда. Подожди, там был сундук. Снег прошел, смотри. Да уйди ты, блядь, у меня булава. Спасибо. Да просто нужно, короче, кнопку спамить, да и все. Вот так вот. Потому что так попроще, походу, реально. Че, тут все, что ли? Так, тут обрыв? Я же не вижу ни хера. Ладно, будем считать, что там обрыв. Нафиг не пойдем. Идя! Идя! Мне кажется, или он рывок делает, когда прыгает. Вот реально, он реально быстрее, типа, прыгает. Спасибо, пожалуйста, приходите еще. По приколу было. А стоп, а если я открою вот эту дверь сразу и пойду? А эту не открою, я проебу, да? Ну, получается, что да, я просто... Да тут, в принципе, оружка, она в принципе, не так уж и важна здесь. Может, ты, блядь, попадешь? Куда ты, блядь, бьешь? У тебя же автонаведение должно быть. Ты издеваешься. Хрен да лыс. Так, хорошо, берем сейчас динамитка. Больно, блядь. Давайте все толпой. Ты, блядь, сука, ты, блядь... Чё игрушка так издевается охуительно, а? Ты, блядь, ты же даже не туда ударил, ты же полетел в ту сторону, я уже сзади тебя был, ты чё, блядь? Сука, как же это уёбищно-то, блядь? Сука, он вообще не туда ударил. Но при этом попал. Молодец, а почему бы, собственно... Да, чувак, ты после блока, я тут, блядь, булавой сразу тебе в ебальник прилетает, и ты такой, ой, так от... вроде же не долетает. Да, у меня нога длиннее. Ну, конечно же. Это цыка. Почему раньше люди такие были интересные? А это что за сейчас прикол? Вот это вот мне интересно. Ты ё, бля? Ты ё, блядь, или чё, блядь? Вот что это сейчас было, блядь?
Ну я ж прыгаю на платформу, блядь, я ж под стеной, у меня варианта нету больше куда прыгнуть. Хули ты сдох, блядь? Ёб твою мать, блядь, козел ты ебучий. Ну ты, сука. Блядь, какой же ты уебищный, пидорас. А, ужасы! Кто там? Никого, что ли? Пацаны, у вас тут темно стало. И страшно. А там растяжка. Кей. Кей! Где ваши белки? Вон белка сидит. Попробую попасть, блядь, по этой... Да как в нее попасть-то? Сука, прикольно. Окей, она была ниже моего выстрела, но при этом, блядь, обычным... Да я тебя... Я этого бью! Не трогай ты того придурка, дебил! О, какой же ты даун! Я, блядь, бью того, он, блядь, сука. Кого хочет, того и бьет, блядь. Ты никого хочешь, того и бей. Ты бей того, кого я бью, блядь. Ниндзя ты, хуиндзя, ты не ниндзя, блядь. Говна кусок. Ничего не вижу за этим. Что это, камень? Куда вы там взялись? Ну, это палатка. Они с нее типа вылазят. Окей. Тут нет растяжки. Блядь, не видно ни пиздюлярики. Я же сейчас упаду стопудово, смотри. Блядь, какая разница? Ой. Чё, опять? Лучники здесь максимально странные. Отвечаю. Лучники просто максимально странные. Они должны стрелять издали, но при этом они долбоебы. Оба-на, вот это уже получше. Только что вы, блядь, что у вас стрелы закончились, что ли? А дальше как вы будете драться? Ты что ты, блядь, делаешь-то, дурень? Кошмар. Так, хилки опять не выдают, да? Ладно. Ключ! Класс! И где ключ? Я вроде ничего не пропустил, вроде все шел по линии. Здесь же, блин, как бы этот называется. Линейно сейчас все было. Куда-то спрыгнуть нужно? Здесь же сейчас все линейно. Что за звук? Оба-на, привет! А это как? Ты живой? А это сейчас как? Откуда вы появились? И зачем вы появились? А что не сразу? Кто-то там стреляет или что? Ужас. Хорошо, ладно, так по пещерам мы лазить не умеем. А ну-ка, стопешка, если вот тут пройтись. Ага, сюда не нужно. Или нужно, только быстрее. Ага. Так, а мне туда и нужно. А что делать? То есть, мне как пройти? Мне по платформам или... Или нужно было просто подождать? А, окей. Ну, откуда я знал? Нет, а никто не сообщил об этом. Там таблички не было. Осторожно, лавина, блядь.
как они, я че не понимаю, вот эти, вот это вот дизайна уровней, блядь, пещеры, из которых ниндзя выходят, плюс вот тут вот такие штуки, переход, как вы сюда попадаете, чуваки, с каких там, что у вас там за пещера, вы что, блядь, эти, как их называют, нахрен, вы что, блядь, муравьи, кроты, что вы, блядь? Ай, спасибо, блядь, долбоёбиный ты кусок. Как всегда, блядь, ёбаный платформер. Я же на максимум прыгнул, просто с края на максимум, блядь. Хватит. Хватит этого дерьма. Да хватит этого дерьма, говорю, блядь. Сука, ты дебил. В чем была проблема, блядь? Ты чего? Это как тогда, блядь? Мне перепрыгнуть теперь надо или чего? Еще где-то падает! Тихо, спокойно! Спасибо! Почему он туда полетел? Ну да ладно. Я не пойму сейчас, куда он. Да, туда, сюда, туда, сюда. То есть этот сюда, а тот туда, да? Угу. И как мне это сделать? Ну, спасибо, блядь. Давай будешь, конечно, меня на нижний уровень скидывать, конечно. Блядь, ты серьезно сейчас, игра? А чё за... А чё за, блядь, ёбаный прикол? И чё мне делать? Я же даже не могу камень перепрыгнуть. Ну, где ты там? Сука, а... Блядь. Что за дерьмо, блядь? Откуда этот камень-то появился? Спокойно. Спасибо. Ебанутая, блядь. Хуйня. А, опять воронье. Пунь, 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 пунь. А с того что-то выпало, нет. Где мои хилки, блядь? Алло. Да, а чё у вас так мало? Ты, я тут, алло. Дурак. Где мои хилки? Почему вот тут ничего нету? Вот нахрена оно мне на меня нападает, если у него даже яиц нету? Я бы сожрал бы их, например, бы и восстановил бы жизни. А так нихера нет. Да блин, нафига мне эти, блять, ваши очки? Лучше хилки давайте! Это же намного полезнее, чем вот это все дерьмо. Да блять. Спасибо. Так, а мне куда? Наверх или вниз? Шли вниз. Пошли пока вниз. Какая-то мельница, что это? Значит, нет, пока наверх. Вниз пока не пойдем. Чекпоинт. Да нахера же мне эти кристаллы ваши-то, блин. Разработчика немножко приоритеты неправильные. Реально приоритеты вообще нулевые. Хули ты блок ставишь? Здесь, блин, сука. Да. Ну, тут должна быть хилка. Ага, целых две. Классные, я... Класс, стопроцентные сундуки, два стоят, которые... и там взрывоопасная херня. Ну, ладно. Может, ты попадешь? Где ты, блядь? Не пойму, в какой он проекции, сука, вот эти летающие пидоры. Давай.
Что-то противников больно дохера стало, да? Не? Нормально. А ты чё такой? Не идешь ко мне. Вау, хотел меня мощным ударом шибануть. Сундук. С ключом. Ну, конечно же. Ай, какой длинный этап, зараза. Ладно, еще чуваки, давай. А, еще демоны. Ну, ладно. Демоны так демоны. Че он не убивается? Ты же уже вышел, значит, ты должен убиваться. О, спасибо, вспомнили. Молодцы. Так, а стоп, а шипы это я где открыл? Или что это, я так понимаю, шипы были? А где-то я их открыл? Ниндзя! С этой стороны вроде, да. А, я понял, да. Там же была... А, стоп, не тут, внизу. Теперь нам вниз. Еще плохо, что чекпоинт работает только в одностороннем порядке. То есть ты если его активировал, то все. О, ты не умер, ни хера себе. Вот это ты мощный. Ёб твою мать, блядь. Не было бы игра хуже, если бы они еще, блядь, не сделали, сука, это на время. Ну да, дятлы, дятлы, согласен. Тут уж ничего не поделаешь. Дятлы, они и в Африке дятлы. Они еще сделали, короче, этот забег на время. Да, логично. Кнопка на время. Нет, не на время. А что тогда, куда мне? А куда тогда мне? Я же... Там у меня больше проходов нету. Где мне еще было перекрыто? Вроде нигде. Только тут. Что я тогда нажал? У меня вариантов-то, в принципе, нету. Мне же сюда. Нихуя себе. Ха, прикольно. А тут куда? А тут сюда! Окей. А тут сюда! Сука! Иди ты нахрен. Так, а тут куда? Окей, угадал! Ай, больно. Чекипоинти. Даз. Доебешь. Белка. Иди нахрен, телефон. Ты знаешь, когда я записывать сажусь, да? Гребаный телефон, блин. Задрал уже. Только сяду записывать, сразу же звонит какая-то дерьмо. О, нифига себе, лучник выстрелил. Еще раз. Вот это ты мощный. Только у них, в принципе, такая тактика должна быть все время, что он, типа, выстрелил, отошел, а он, короче, выстрелил и идет в рукопашку. Хотя он в рукопашке тоже что-то не очень-то сильно и пытается меня ударить. О, вот это нормально. Хе-хе-хе. Еще и с обрыва скинул. Так, сохранились, нахер. А где секретки? Я, кстати, ни одной секретки. Ой! Тюдюнь-тюдюнь-тюдюнь-тюдюнь. Я ни одной секретки не нашел за карту. Куда ты, блядь? Спокойно! А куда звездочка делась? Она упала вниз, что ли? Белка, блин, опять, которую нельзя убить. Она сидит низко очень. А, нет, эту можно. Да-да. О, драконов тут еще не хватало. А, хотя тут у нас уже были драконы. Так, и что ты, как ты работаешь? Когда верхняя работает, мне можно идти? Спасибо, блядь. Она же не так только что работала. А, нельзя вообще никак. А зачем тогда это сделали? Зачем верхняя и нижняя, если просто можно было одну сделать только с зазором?
Ай. Пацаны, дайте хилочку. Да ты дебил или чего, блядь? Свали нахер в трубу. Что-то у них тут облака, короче, затемняют постоянно. У меня жизни мало. Где мои хилки? Где, сука, мои хилки, блядь? Где можно суперударами пользоваться? Но я хотел бы их оставить на босса. Хотя эти, как их называют, которые бомбочки можно, в принципе, использовать вот так вот. Херак! И они не живые, да? Они не живые. Да! Четко, прям передо мной появился и сразу же меня в люлей вписал. Да! Чувак, укороти себе, блядь, ногти, я не знаю. Ты заколебал доставать хрен знает куда. Да хватит. А куда птичка делась? Я же ее не трогал. Или она от бомбочки тоже померла? Тихо, спокойно. Может тут хилочку дадут? Ага, хер-то там. Догонят и еще раз дадут. Так, я так понял, не туда. Значит, тогда идем наверх. Тарарарарарам, тарарарам. Ты запрыгнешь сегодня, нет? А я откуда? Подожди, вообще. Я-то пришел вот оттуда. Там у нас тупик, а вот тут чего? Что я делаю? Зачем я это делаю? Пацаны, проблемы. Сука. Хорошо, первый удар ты попал, но как ты второй попал, если я убежал в другую сторону-то, блядь? Я же отбежал в другую сторону, ты вторым ударом никак в априори не мог попасть. Сука, блядь. Он никак не мог попасть вторым ударом. Блин, тут дверь. А тут дверь. Так мне сюда нужно будет или туда? Там бутылка-то никчемная. Получил бы. Да уйди ты нахер. Где мои хи... Ой, блядь. Чё там? Жизнь. Лучше бы хилка, реально. Вот это лучшая жизнь, это хилка. А я так понял... ничего себе, не понял. Так, а подожди, бляха-муха, куда мне идти-то? Если по чесноку. Мне вниз или вверх? Вот, блин. Чё ж так нету никаких опознавательных знаков-то? Вот, у меня, я, получается, вот сюда наверх могу пойти. Могу пойти вот сюда еще. Тут еще чуваки будут, да? Да. Ну нормально, чё уж, блядь, я хуй-то тебя знает, блядь. Пиздец. Как же это тут тупорезно-то все. Так, а стоп, спуска ниже. Отвали. Сука, отвали, я тебя просил.
Хм, странно, вот эти гнезда, вот эта странная херня абсолютно. В чем прикол? Если бы у них там что-то было... У них же ничего нету тут. Даже с них ничего не падает. О, наконец-то, блядь. Фу, еба. А, сука, дрянь ты такая. Вот смотри, как я шел. Я вот шел вот так. Вот, я шел вот так. Какого хера он свалился, я тоже так же не понимаю. Монетки. А тут что? А тут есть куда-то проход. Так, куда это? А, это проход в ту, в ту сторону, но не в эту. А, спасибо. Да, ну такая диагональ, ни хрена непонятно, где ты стоишь. Ну, в принципе, туда можно было не идти. Ну, откуда я знал? Я не знал. Я не знал этого, нам наверх. Можно было туда не идти, там ничего, в принципе, не было полезного. Так, подожди, а я разве сохранялся там, да? Да, блин, сколько еще мне идти-то, заебали. Где уже конец уровня-то? Мне уже он нужен срочно. Мне быстрее, быстрее, быстрее нужен. Да, иди ты вперед. Опять прыжочки в наши любимые, прям обалденные. Прям шикарные. А эта штука не выбивается? Да, блядь! Тран-та-та-тай. Ключ. Куда ключ? Так, сейчас же опять прыжочки, блин. Что может быть здесь интереснее, чем прыжочки? Ничего. А ключ, подожди. А, вот. Окей. Привет! Привет! Кто здесь капканов нарасставлял, бля? Сорен. Не хотел. Отти, блядь. Ай. Отти, блядь. Сука, как это работает-то? Почему там обвал, если, блядь, нормальная там статуэтка? Там же стата нормальная, блин, можно стать. Как оно обваливается там, тем более в эту, прям в пропасть. Это же нелогично. Ну да, мне писали в комментариях, типа, не ищи в играх никакой логики, поэтому проще будет играть. Ну я-то согласен, что это, ну, я хотя бы, ну, как бы хоть минимальная. Хоть минимальная какая-то логика, прям, ну, малейшая. Не блондинистая какая-то логика. Не блондинистая логика, а нормальная логика. Человеческая, блядь. Фу. Так, что у вас тут? Давайте, пацаны, по одному. Это у меня же...
Нормально, я-то сделал удар-то первый, а он, блядь, перебил мне меч из такого расстояния. Он же даже не достал до меня. Гнуснотища такая, блядь. Стреляешь, нет, чё ты подбежал? Да хватит. Чуваки, уже неинтересно, я вам отвечаю. О, что-то там выпало. Да хватит. Пожалуйста. Хватит. Да ёб вашу ж, блядь. Да хорош. Ты драться умеешь? Спасибо. Где там те сундуки грёбаные ваши? Кошмар. Здесь постоянная нехватка здоровья, но при этом разработчик плюет на то, что тебе его не хватает. Абсолютно. Типа, чувак, ну не хватает и не хватает, ну и пошел ты нахер. Типа так. Тут реально постоянная нехватка. Реально постоянная. Один человек, там два человека. Все равно тебя отпиздят здесь. Опа-на. Привет, пацаны. А вы откуда? Давай, давайте только не будем делать нелогичные появления, окей? А то их в любой игре хватает. В принципе. Ты дашь мне сегодня, блядь, хилку-то, твари! Ой-ой-ой, как классно! Ой, классно! Три сундучка было и три свитка выпало. А, зашибись! Конечно же, они мне пригодятся. Конечно, они нахуй не нужны, блядь. 5% нашел только секретов. Короче, секретов была куча, но только я не знаю, где они были. Я так и не понял, где они. Они не подсвечивались никогда. Ну, там не видно ничего в снегу. Это уровень был, да? Это реально был уровень, без главаря в конце. Странно. Может, он сейчас будет? Пещера. А если пещера, значит дракон. Ну да, что-то здоровое топает. Только звука нету. Почему звука нету? Чего не озвучили-то вот это? Ни хрена себе. Точно дракон. И ни хреновый дракон. Сейчас будет, наверное, пиздец тебе, чувак. И мне тоже. И как тебя бить? Тебя или тебя погладить? Утти! А он что, без руки? Без крылой, что ли? А как ты живешь вообще, в принципе? Так, и что делать? А музыка сегодня будет? Так, ну он что-то должен в любом случае делать. Хуяся.
Неплохой такой главарь. Три жизни на нем просрал. Ну и хер ли ты тут долезешь? А. Ну, в принципе, он несложный. Если понять, как его бить, то он несложный. А там, в принципе, ну да, можно просто ножичками бросаться, да и все. Че у тебя? О, катанчик. Давай катанчик мне. Три вот этих давай, конечно же, мне. Все равно денег миллиард, так что... Еда и вода. Давай вот это куплю, конечно же. Буду с мечом. Давай вот это. И давай вот это. Energy. Смотри, сколько у меня девяток. 3, 9, 9, 9, 6, 9. Все скупил у чувака. Вот этот я сейчас прям, прям скупился нормально. Да, вот ты вообще прибыльный у тебя уровень был. Неделька прибыльная у тебя. Сохранились. Окей. Давай в следующий раз тоже так же много всего мне затаривать, чтобы бомбочки были, все было, чтобы жизни были, блядь. Так. Пещера какого-то этого. Когда этот уже будет, придурок? Последний тот, что... Ой, опять эти пещеры. Что за вертолеты? Короче, блин, нифига серия затянулась прям. Оба-на, черные ниндзя, нихрена себе. Все, ребятки, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик. А там мне что, жизнь выпала? Короче, комментируйте. Всем до встречи в следующей серии Ниндзя Shadow of Darkness. Блин, а они мощные. И всем пока.